Всем привет! Сегодня я проведу небольшой экскурс, как правильно собрать пылесос с аквафильтром Arnica Hydra Rain. Во-первых, здесь используются два фильтра. Это фильтр тонкой очистки, HEPA-фильтр уровня 13. Его можно чистить, он многоразовый. Он закрепляется в верхнем контейнере. И есть еще плюс аквафильтр. Этим он отличается от обычных пылесосов с обычными аквафильтрами. Во-первых, здесь есть несколько степеней очистки, что нельзя встретить в других пылесосах. Пылесос подходит как для сухой очистки, так и для влажной. Но для этого его стоит правильно подготовить. Во-первых, в пылесосе есть несколько блоков, которые скрепляются своими защелками. Защелки присутствуют по краям пылесоса, и их обязательно надо устанавливать. Так, и для переноски пылесоса есть специальная ручка. Первый блок — это блок двигателя. Здесь есть специальный фильтр, пеногаситель. На нем же сматывается провод. Провод 5 метров, так что по всей квартире его должно хватить. Следующий блок — это водяной фильтр. Внизу блока есть два отверстия, которые надо закрывать при сухой очистке. Фильтрация идет через два поролоновых фильтра. Ну, собственно, и устанавливается он в контейнер для сбора мусора. Контейнер для сбора мусора также закреплен на защелках. Не забывайте это во время установки и сборки. Блок представляет такое небольшое ведро из довольно толстого прозрачного пластика. У него также есть сверху защелки. Есть отверстие для подключения гибкого шланга. И вот такой вот небольшая трубка для подачи воздуха. При сухой уборке наливаем 2 литра в этот блок и уже производим уборку. Следующий — это контейнер для набора очищающей жидкости. Здесь входит 4,5 литра. Специально есть такая трубочка для забора воды. Ну и небольшой такой, можно сказать, ограничитель, по которому можно понять, сколько воды надо набирать. Этот блок устанавливается в колесную базу. Колесная база на четырех колесиках. Она очень удобно скользит по помещению.